Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, УВКБ, прогнозирует, что по итогам 2015 года в Европу через Средиземное море прибудут около 400 тысяч беженцев, в 2016 году их число может увеличиться, передает агентство Рейтер. С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 350 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны. В пятницу Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш призвал государства-члены Евросоюза распределить по системе квот не менее 200 тысяч беженцев, находящихся ныне на территории Греции, Венгрии и Италии.